вами Борис Тенцер и программа «Контакт» по понедельникам. Здравствуйте. Понедельник, как всегда, у нас начинается с этого дня и неделя, и многие новых дел, которых мы с вами совершаем. И что еще очень интересно, в понедельник очень часто вы и мы, и я знакомимся с новыми людьми. Мы знакомимся с ними, чтобы, может быть, они даже всю неделю сопровождали нас. Мы будем о них вспоминать, мы будем знать, что такие люди есть, и такие люди интересны. Итак, новый человек в понедельник. Привет, Викуль! Верка, умру, но не скажу. Что не скажешь? Кто-то звезда, кто поправляет здоровье после операции в комнате для гостей у нас. Ладно. Что ты села? Что ты меня сидишь и выспрашиваешь обо всем, а? Ну, может, чайку попьем, а? Роза чайная! Подожди, какая роза? Подожди, Викуль, что с тобой? Не надо... Ой, ты не слышишь меня! Нет, ты как-то сегодня странная. Я, может, это попозже зайду, а? Я родилась в Сибири! Викуль, ты что, две недели, что ли? Ты в Мариуполе родилась? Заберите меня в... Психушку тебе надо забрать. Это... Что с тобой, Вика? Грудь хочешь увеличить? Мозги увеличить? Верка, последняя подсказка. Не встать. Ой, с тобой что это? Растутина? Точно. У нас в гостях Гуля Нижинская. Добрый день, доброе утро. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, ты какая в жизни? Вот которая мы только что видели в этом фильме. Фильм называется «Моя прекрасная няня». Правильно? Сериал, да. Сериал, да. Или вот какая ты сейчас у нас сидишь в студии? Как ты считаешь, ты себя, вот когда ты играешь, ты себя каким-то образом обобщаешь с героиней и выбираешь ту героиню, которая тебе близка, Или ты это ты, а вот то, что мы видели, это не ты? Ну, я так отвечу. Любая роль — это как перчатка, которую одеваешь на руку. Рука не меняется, перчатки могут меняться. Вот. И почувствовать, ну, как образ, почувствовать роль — это как почувствовать, как в разной перчатке ты себя по-разному чувствуешь. Конечно, какая-то часть меня, она передается, естественно. Но я обожаю создавать образ. Конечно, я тоже веселая в жизни, но... Ну, там все-таки гротеск. Понятно. Я хочу сказать вам, уважаемые телезрители, что обычно мы как-то не особенно в передаче вот «Контакт по понедельникам». У нас как бы не главное это актеры, не главное это люди как бы какой-то профессии. Для нас главное это человек, который что-то свое имеет в этом мире. Гуля для меня была очень интересна и есть очень интересна еще тем. Во-первых, она горская еврейка. У нас в гостях часто бывают горские евреи. И вы уже не раз, наверное, наблюдали о том, видели и знаете о том, что это люди, которые умеют соблюдать традиции, это люди, которые, в общем-то, где-то себя сдерживают в каких-то своих порывах. И когда я познакомился с Гулей, мне показалось, что это очень и очень, наверное, ну, я не хочу сказать, что необычно, но, по крайней мере, это очень кажется, ну, такой своеобразное. Человек себя ищет, и человек себя пытается воплотить. Гуля Нижинская. Скажи, пожалуйста, ты живешь сейчас в Москве? Да. Ты жила какое-то время в Нью-Йорке? Да. Нью-Йорк каким-то образом оставил у тебя вот воспоминания какие-то или чувства, или чем-то тебе помог, или наоборот? Ты возвращаешься к Нью-Йорку в своих мыслях? Да. Значит, начнем с того, что мой переезд был связан не с эмиграцией, а в это было 16 лет назад, прожила я здесь ровно год. А причина была такова, что моего отца значит, была длительная командировка. Это тогда был еще у нас президент Ельцин. И вот тогда как раз-таки завязывались отношения двух этих наших государств. Я к чему это говорю? Потому что это не было моим желанием уезжать. Мне было очень страшно, потому что было ощущение, что уезжаешь... Уезжать куда? В Москву или в Нью-Йорк? Нет, уезжать в Нью-Йорк, потому что это было настолько вот... 16 лет назад. Это было как раз вот время перестройки, которое еще ничего не устоялось, все менялось. Мне вот только пришел к власти Ельцин. Я скажу честно, что страх был жуткий, ощущение было, что не вернешься в Россию. Касаемо Нью-Йорка, но меня потрясло... Тот ритм,
с которым все здесь происходит, с одной стороны. С другой стороны, что это не так, как вот у нас в Москве, что ты везде там, в каком бы районе ты ни находился, где бы ты ни находился, люди разговаривают быстро, суетятся все время даже где-то. А здесь, в Москве? Да. А здесь вот есть Манхэттен, но есть такое ощущение, что ты приезжаешь когда там в другой район, там Бруклин, в определенный. Тишина, люди спокойно существуют. То есть, а так, что, в Москве разве в каких-то районах не бывает такая полная расслабленность? Это, ну как, у нас дома стоят там, вот как здесь живут в центре, там Манхэттен-Бич и так далее. Это у нас живут на Рублевке, например, так. То, что скучаю по Нью-Йорку в Москве, скучала очень сильно. И сейчас иногда, то есть для меня это особая статья в моей жизни вообще. И мне, поскольку отец работал как раз в Твинсах, в этих башнях, я была там достаточно часто. И для меня эта трагедия тоже, кстати, коснулась, потому что у меня погиб там троюродный брат, вот, который работал там. Я скажу честно, приехав сюда 16 лет спустя, я бы себе сказала, что я могла бы здесь жить при условии, что я бы занималась той деятельностью, которую занимаюсь в Москве. Все, переходим к твоей деятельности. Да. Переходим к твоей деятельности в Москве. Итак, я сделал, как бы сказал о том, что для меня ты не совсем в традиционном представлении вот восточная еврейка. Ты себя чувствуешь восточной еврейкой? Или вообще ты себя чувствуешь еврейкой в Москве? Еврейкой я себя чувствую везде. Начнем с этого. А вот что касаемо восточной, это вот, кстати, вот для меня какая-то такая новая статья, потому что, ну, когда в Москве спрашивают, а ты кто по национальности? Ну, потому что возникают вопросы, видимо, в моей внешности так что-то или иначе. Что-то проскальзывает. Так или иначе это, да, выдает, так, что я не русская явно. Но там спрашивают, а ты еврейка? Ты просто говоришь еврейка, потому что сказать татка или там горская еврейка, это запутать людей окончательно, бесповоротно. Здесь наоборот, поскольку каждый второй, я, это так мягко сказано, еврей, русскоязычный. Каждый второй, да, приятно слышать. То спрашивают, а ты какая еврейка? А, то есть здесь задают вопрос, там такого нет. Кстати, скажу больше, для меня это была еще одна здесь открытая статья, то есть бухарский еврей, то есть честно вам скажу, положа руку на сердце, что я вот как-то с этим понятием, оно мне как-то, оно не то, что было новым для меня, но так вот здесь прозвучало, что есть еще одна категория евреев, то есть... Понятно. Скажи, но ты в то же время, хорошо, мы как бы оставим это в стороне, наши еврейские дела, и я знаю, что ты, вот и подпись, актриса, режиссер и продюсер. Актриса мы видели. Мы видели, вот ты в сериале участвуешь. И я недавно, листая в интернете, я обратил внимание на некоторые фотографии, на твое интервью в журналах, которые ты давала. Вот я сейчас даже попрошу показать несколько фотографий. Пожалуйста, покажите нам несколько фотографий. Вот фотографии, которые я обратил внимание. И я обратил внимание, что если вот эта фотография, ну, например, она довольно такая интересная и закрытая, но есть фотографии, которые более какие-то такие, знаешь, откровенные. Вот, ты, кстати, я в натурале. То есть это мои натуральные черные волосы. А, это вот и есть, да. Вот ты самая в жизни, да? Ну, это не то, что в жизни, то есть в натурале. Как давно ты, Ну, это где-то лет 6 назад ровно там где-то. Да. Вот скажи, пожалуйста, что это такое? Это для какой-то рекламы? Это да, для чего это для рекламы. Ну, просто я не могу еще назвать название, потому что у меня договорилось. Одном из женских журналов, скажем, ну, так. Да. Это то же самое, да? То есть, это не, вот это, или вот, это, на... это в театре сатиры, в гримерке. Угу. То есть, да. Это тоже вошло в фотосессии там определенные. Ну, я не считаю, что они прям такие открытые, но... Ну, нормально, это нормально. Мы видим намного, как бы, более открытые фотографии. Но скажи, пожалуйста, как дома относятся к тому, вот видят такие фотографии? Ну, я вам скажу честно, что значит видеть, не видеть. Конечно, я предполагала и предполагаю, что... Ну, это касается, наверное, только отца, вот это отношение. Его, он сейчас не слышит нас, все нормально. Он в Москве. Вы знаете, но я считаю, что какая разница, слышит он, не слышит. У нас, знаете, здесь много родственников, и, наверное, я была готова к тому. И это, поверьте мне, так часто происходит. Особенно, она же любит
новости рассказать, то есть, понимаете, да? Так называемое сарафанное радио здесь работает очень хорошо, как нигде. Я поэтому была готова, что, в принципе, до него эта, конечно, информация дойдет, но я понимаю, что это все равно ему сложно принимать. Он не считает мою профессию и никогда не считал ее серьезной. Более того, он считал, что это только девушки легкого поведения. Ну, как так? Ну, хорошо, это твое хобби, он всегда говорит. Ну, профессию надо, деньги, чтобы зарабатывать. Посмотри на своих артистов. Они говорят, все бомжи, все приходят, денег просят. Ну, как я с ним могу спорить? И у него, естественно, отношение к моим успехам, профессиональным, непрофессиональным, он как будто не слышит, не видит. Ну, то есть, во всяком случае, сам он бизнесмен, насколько я знаю, да? Он юрист. Он успешный адвокат. Юрист, да? Он успешный юрист, да. То есть, он хороший организатор, который он вообще, я знаю, что он внес в эту систему адвокатуру всю создал в России, то есть он имел к ней отношение. То есть ты могла бы учиться, выбор у тебя был бы большой, юридической какой-нибудь школе лучшей. Здесь вы, Борис, ошибаетесь, выбора у меня не было, потому что у нас все, не то что в семье, это, там включая даже водители отца, у нас все юристы уже. То есть, если говорить о выборе, выбора у меня не было. Ну, а ты себя ни разу никогда не видела юристкой? Или ты уже была как бы одной ногой где-нибудь? Или, может быть, ты уже закончила и просто спрятала диплом? Не, ну, значит, папа мне всегда говорит, ну, как же так? Ты прирожденный юрист. Да, на чему видно. Ну, я вам сейчас скажу так. Я совершенно недавно узнала от матери, от мамы своей, что папа, оказывается, в школе играл все дипломные, ну, не дипломные, выпуск спектакли во всех вот этих огоньках. Ты увидела у себя гены, что ли? Я вам сейчас скажу главное. Ему пророчили судьбу известного актера. И, кстати, что меня поразило, он нигде, ни в каких своих книгах, ни в интервью этот факт не упоминает. А мне всегда, ну, со стороны... Он боится, что ты возьмешь это как пример и будешь ему каждый раз говорить. А ты-то? А я сказала так. Я говорю, почему твой артист не пошел? Я могу сказать, почему я не пошла? Мне неинтересно это. Я знаю, что я люблю анализировать все. Это помогает мне в моей профессии так же, как ему помогает его актерский талант, когда он... Потому что он выступает замечательный адвоката, да? Оратор. Да, он замечательный. У него вот... так называемое чувство веры и органики при этом, оно, по-моему, вот на грани, вот я даже не могу, вот гениальности, знаете, как а когда... ты не предлагала ему какую-нибудь роль сыграть в твоем фильме? Что, не то, что... Вы даже не представляете, что вы сейчас говорите. Это impossible по определению. Мы будем говорить, я не говорил. Не, но действительно, если ты этим серьезно занимаешься, у тебя есть братья и сестры? Да. А они куда себя направили? Ну, я вам сказала, юристы, выбор, да, небольшой. Его просто нет выбора. Да, брат у меня родной, закончил школу милиции. Прошел путь от следователя, да, там в Авере работал. Сейчас он помогает отцу и фактически, да, чтобы вести, ну, как семейное дело, как это. Ну, а как брат относится к твоей работе, к твоей мечте? Да к моей работе никак никто не относится. Потому что они не воспитывают, потому что они считают, что я занимаюсь ерундой. То есть... Вот я уже научился настолько... Ну смотри, ерундой, ерундой, но я посмотрел твой список, у тебя более 25 ролей в разных фильмах. Да, ты пока не главная героиня еще сериала, вот мы видим как бы... И слава друзья... богу, я сознательно, кстати, ушла из сериала. Почему? Ты боялась, что папа тогда уж точно заметит? Я папу уже давным-давно не боюсь. Нет, дело в том, что есть, во всяком случае, в России так называемые штампы, когда ты, если ты снимаешься в сериалах, то тебе будет сложно пробиваться в большом кино. И поскольку не было ни интересных ролей, то есть это уже немножко надоело, и хотелось чего-то большего, а большего никто не давал. И также мне все когда-то говорили, мои педагоги, я отучилась в театральном училище у Ширвинда Иосифа Анатольевича, у него уже проработала в театре сатиры. И мне говорили, ну тебе надо на режиссерский. И я воспринимала это как, ну как же мне надо на режиссерский? Я же актриса, если вы мне это говорите, значит я плохая актриса. И вот когда мне уже ничего доказывать не надо было, когда уже вот пришла, я называю так, даже не слава, я буду адекватна, это узнаваемость. Потому что если любого из нас крутит 3 раза в день по телевизору, то это априори тебя будут узнавать. И... А что это дает в Москве, если тебя узнают?
Раньше это давали возможность без очереди взять какие-нибудь продукты. Я поминаю все свои времена московские. А что тебе это дает? Ничего не дает. Иногда даже бывает, я столкнулась с тем, что для меня самой было неожиданно, даже неловкости. Когда там, я помню, один раз была в аптеке, вся, ну, вот в таком состоянии, в котором, ну, не хотелось бы, чтобы тебя видели. И подходят, спрашивают автограф. Это как-то вот внутри дискомфорт. И понимаешь, что ты должен быть всегда в порядке, быть готовым к тому, что ты публичная личность, что тебя узнают, вести себя определенно. То есть это имеет, конечно, свою негативную сторону, что от тебя что-то все время ожидают. Тебе приходится часто бывать на каких-то московских тусовках? Да, но я придерживаюсь вместе политикой и принцип, что бы ни говорили, как бы ни писали. И я столкнулась и с желтой прессой. Если ты ни в кого не играешь в жизнь, действительно, потому что я считаю, настоящие актеры, они не играют в жизнь, им даже это не удается. Ну вот, если ты действительно такой, какой ты есть, ты не будешь напрягаться, что напрягаться? Ну, сегодня я там, я не знаю, вот сказала то, что я думаю, вот сейчас, здесь и сейчас. Знаете, как у нас многие говорят, как готовятся. А какой вы мне список вопросов? Дайте мне, пожалуйста, я подготовлюсь. Ну, ты неинтересно. Мне это неинтересно, во всяком случае, точно. Ну, а по крайней мере, меня ты не спрашивала о списке вопросов. Ну, слава Богу. Так что все нормально. Вот, и поэтому, а зрителю, потому что хочется посмотреть, ну, как, конечно, какой он, а в жизни, а вот что, и он ждет совершенно другой человек. А я-то не знаю, я себя совершенно по-другому уже идентифицирую, правильно, и свои роли. У меня был один момент, кстати, самый странный, когда вот, значит, включилась эта прекрасная няня, это был единственный раз в жизни, когда первые 3 секунды я не могла себя вот, ну, как сопоставить, что это я, это вот такой страх. Когда была съемка? Нет. Или когда вот, на экране была? Ну, на экране, потому что это было случайно, ты включаешь, и это очень странный момент, вот он длится какие-то секунды, может быть, доли секунд, но я его так четко осознала, ну, вот прочувствовала, совершенно удивительно, то есть, когда еще мозг не перестроился. И я в этот момент поймала, что, значит, я все равно другая в жизни. Ну, тебе было это приятно? Да нет, я не понимаю, что такое приятно, это работа. Ты просто поняла, что ты другая? Нет, ну это вот какой-то такой нюанс, как деталь какая-то, которая вдруг раз, ой, ничего себе. Потому что так это, сознательно ты этого не сделаешь никогда. Это может быть вот так вот спонтанно, как-то когда не произошла вот эта вот сцепка мозга, когда ты смотришь и вдруг сразу понимаешь. Ну давай посмотрим еще один эпизод из этого фильма, чтобы ты могла еще раз посмотреть на себя. Да? Покажите нам, пожалуйста. Верка! Ну что ж ты проболталась, а? Я сказала только соседке Лариске. Лариске? Ха! Да лучше бы ты сразу на русское радио позвонила, ей-богу. А долго мы так будем сидеть бояться? Слушай, сюда. Значит так, поступаем, как делали мы с тобой в школе. Я что-нибудь начну врать, а ты меня подхватывай. А что, в школе я должна была все время подхватывать? Ой, Вера, меня вот-вот исключат. Садитесь. Ну что, милые мои, вы хоть понимаете, что натворили? Ну все, считай, что в институт мы с тобой уже не поступаем. А смешно, Рудковская? Мне? Нет, Максим Викторович. Я бы лучше мнения о вас, Вера. И зря стараетесь, слезами меня не проймешь. Он вызовет мы. Вызовет моих родителей в школу. Максим Викторович, отпустите вы ее. Я одна во всем виновата. Беру вину на себя. Собственно, как всегда. Спасибо, Вика. А я побегу. Мне надо еще успеть на физкультуру переодеться. И дверь закрылась. Скажи, пожалуйста, тебе часто предлагают роли? Я вам хочу сказать честно, никому из актеров все время часто роли не предлагают. Это бывает периодами. Это, мне кажется... А бывают роли, которые ты отвергаешь? Это издержки профессии. Отвергаешь. Было такое. Бывает было. Такое? Чем это вызвано? Чем это связано? Есть какие-то такие границы, я не знаю, принципы, я не знаю, как это назвать, из-за которых ты
готова отказаться даже от роли в кино? Не то, что принципы. То есть, ну, я не на таком сейчас уровне, что, знаете, как сижу и выбираю, ага, мне, пожалуйста, Спилберг, а вот ну Линч, ничего. Нет, но есть такой момент, вот сейчас в моей жизни сложился, когда я закончила режиссерский факультет, сняла свой короткий метр, и сейчас вот последние 4-5 месяцев занимаюсь полным метром. Полным метром? Полнометражным художественным фильмом. То есть готовлю, это предпродакшн у нас называется, когда ты готовишься к съемкам и так далее. Долгая история. Я выиграла этот аргентинский грант, невозвратные деньги государственной Аргентины. Это достаточно серьезно, ответственно. И, конечно, удивительно было другое, то, что почему-то именно в этот период мне начали предлагать роли. Но здесь ты уже на что-то должен делать ставку, это приоритет. Я говорю, ребят... Может, тебя судьба испытывает? Ну, это всегда не судьба, это всегда как показывает, где ты, в каком банке у тебя деньги. Знаете, как? В каком банке деньги. А скажи, пожалуйста, ты вообще верующий человек или приметы, астрологию, там еще что-то? Я верующий человек. Астрологии, приметы в Бога. То есть ты считаешь, что... Ну, я не считаю, я верю. Ты соблюдаешь субботу, зажигаешь свечи в пятницу вечером. Вы сейчас меня как так провоцируете. Я не соблюдаю субботу, значит, в том понимании, как соблюдают ее здесь. Вообще, я хочу сказать, что даже я уверена в этом, и поскольку знаю людей с нашей веры, да, светских достаточно, которые не соблюдают не потому, что... они неверующие или еще что-то. У нас совершенно другой ритм. Если вот здесь, наоборот, есть мои же друзья, которые приехали, которые не соблюдали ничего, я приезжаю и смотрю, они чуть ли в хорошем смысле религиозные. То есть это то, что диктует, скажем, и среда. Это вот здесь, я думаю, что даже я бы, наверное, стала ее соблюдать. Понимаете? Папа старается все это соблюдать, я вижу. Но я нет, я честно говорю. Твои друзья как бы пока еще далеки от этого. А кто у тебя большинство своих, в общем-то, друзей, вот близких друзей? Мне, во-первых, это интересно и нашим зрителям. Вот живет молодая женщина в Нью-Йорке, в Москве. Занимается творчеством, выходец вот из как бы семьи, такой традиционной семьи, скажем так. Консервативной, да, мы говорили. Кто друзья у тебя? Ну, я немножко погорячилась, когда сказала, что евреи друзья. Это, скорее всего, родственники. У нас просто очень много родственников. Там это и двоюродные, и троюродные сестры, которые уже... Да, это родственные отношения вообще очень развиты в вашей комьюнити. Да, но которые уже можно приравнивать к рангу друзей, потому что там уже стирается друзья, родственники, потому что немножко круг расширяется, когда то они все-таки ближе к рангу друзей. А если говорить о друзьях, которые у меня, в принципе, в Москве, совершенно разные люди. Я не общаюсь с... Но самые близкие друзья, это чем люди занимаются? Знаете... Это тоже из Сергея, мечтающей быть актером? У меня есть одна близкая подруга со школы. И я с каждым годом своей жизни понимаю, что друзей не может быть много. А еще не то, что честнее, а остальные, скажем... Те, которые устоявшиеся друзья, это мужчины. У меня очень много именно друзей мужчин. То есть вот одна подруга... Тебе легче с мужчинами иметь дело? Так сложилось. Я не знаю, что легче, так сложилось. То есть легче... Ну, что значит легче? Это продуктивнее. Знаете, как у женщины. Она придет, хотя я сама женщина. Ну, что мне делать? Ну, значит, Маша, ты... Значит, вот у тебя есть вариант. Делаешь так, так, так. Ага, хорошо, пошла. И как будто бы в одно ухо влетело, в другое вылетело. А зачем ты меня спрашиваешь? С мужчинами гораздо не то, что проще. Это конкретнее, когда... Ну, что мне делать? Ну, слушай, вот так или так? Ты уже точно знаешь, ты не размусоливаешь. Я не люблю вот это вот, когда, знаете, тратится время на... Ну, когда мы не... Друзья — это те, которые помогают. Ну, как помогают? Не обязательно же чем-то. Это как зеркала, которые отражают тебя, помогают увидеть, где ты. Ну, я имею в виду не в прямом смысле, где ты, в принципе, правильно ты поступаешь, нет. А не быть, знаете, как это говорят, женская солидарность. Ну, и мужчины так говорят про мужскую. Правильно? А женская с мужской не бывает? Смешанная солидарность. Вот, кстати, как вариант, надо подумать об этом. Смешанная солидарность. Скажи, пожалуйста, и вот ты сказала о том, что как бы тебя начала испытывать судьба оставаться актрисой более, тратить на это, как бы расходовать свое время
или уходить больше в режиссуру. Кстати, ты вот ощущаешь, что время летит очень быстро или нет еще? Тебе хватает времени на воплощение того, что ты мечтаешь, думаешь? Следующий вопрос у меня будет, о чем ты мечтаешь и думаешь. Да, вы знаете, вот такой странный момент, когда ты чувствуешь, что время летит. Иногда бывает совершенно удивительно, но бывает такое, что вдруг оно наоборот останавливается. И не всегда, когда ты хочешь. И бывает наоборот, что оно останавливается, когда ты хочешь. И бывает так же быстро летит, и когда ты хочешь, и когда не хочешь. Но для меня есть очень важный момент, это как принцип. И мне кажется, я буду учиться этому всю жизнь. Это научиться быть здесь и сейчас полностью, получать удовольствие. И вот этот момент ловить и быть, вы знаете, как осознанно. Ты это умеешь делать? Я это умею делать. Я, во всяком случае, я вижу разницу. Да, конечно. Ты себя настраиваешь как-то на это? Ты себе все время говоришь, я здесь, я сейчас. Как ты это делаешь? Нет, поймите, это, вы знаете, как сравнение какое. Вот когда во сне вы, да? Вы видите сон, просыпаетесь, ну, что, если помните, то что-то помните, но к концу дня вы уже его не помните, он уже становится как бледное, блеклое пятно. И вот есть даже такие практики осознанного сновидения, которые, я тоже, кстати, этим владею и занимаюсь, когда ты во сне просыпаешься и понимаешь, что ты во сне, и ты можешь управлять, причем там все на уровне мысли. Когда в жизни, это когда ты понимаешь, ага, ну, это не то, что я здесь, я сейчас конкретно, я сижу там, ну... Это очень долго рассказывать, на самом деле. Просто по сути того, что полностью взять все от этого момента осознанно. То есть не так, чтобы он прошел и все. Я до конца не знаю. Ну, в общем-то, это дано только это самым мудрым людям. Вы знаете, уметь взять от происходящего. Это можно научиться. А мудрый человек, он ищет мудрости в том, что... Тебе хватает времени на чтение книг? Я читаю с 4 лет. Ну, спасибо маме. Мы все читаем с 5-6-4. Но вот сейчас у тебя хватает времени в Москве читать книги? Да, и хватает. И что ты читаешь? Ну, я сейчас читаю больше литературы, которая может каким-то образом повлиять на то, чем я занимаюсь. То есть это либо касаемо там продюсирования, режиссуры, то есть практически, что я могу тут взять. Я не люблю художественную литературу, скажу честно. Или я читаю, то есть вот я сейчас практикую... Зиланда, Вадим Зиланд, такой транссерфинг реальности, который как раз-таки пишет о том, что о формировании событий с помощью мысли. Это вот сейчас два направления, оно такое более, даже не психология, это ближе к эзотерике, наверное, к такой прикладной. Это сейчас есть такая очень популярная книга «Секрет», да? «Секрет». Это близко к этому, но «Секрет», он дает общий, такие как примеры, и не дает конкретно, вот как ты идешь по этому пути. А Зиланд говорит, ты можешь не верить. Берешь, делаешь и проверяешь. Вот что мне нравится. Я всегда вот с этой позиции подхожу. Ну и как в твоей жизни? Сбывается то, что да. на что ты да, себя ну, направляешь? Я, да, конечно. И для меня самое, вот, опять же, удивительное, вот сейчас как бы кризис, у кого кризис? Я сознательно перестала смотреть телевизор, вот именно новости, потому что я их называю плохие новости. У нас не соблюдается вот эта пропорция процентная. Вообще, причем я не знаю, как здесь, но у нас она не соблюдается вообще. То есть эти хорошие новости высасывают из пальца. Может, просто их нету, поэтому я сам веду новости. Вот поэтому да? зачем, кстати, вспомнила, значит, кто-то из мудрецов, значит, приходит к нему человек, говорит, у меня есть для тебя новость. Он говорит, подожди, останови, я сейчас задам тебе, прежде чем ты ее скажешь, 3 вопроса. Ты видел то, что хочешь сейчас сказать? Он говорит, нет, но это человек, который, ты его знаешь хорошо, он говорит, нет, подожди, еще один вопрос, это хорошая новость? Он говорит, нет, а тогда он говорит, а зачем тогда мне ее знать? То есть это то, что говорит о том, что это точно не то, что он видел, не являлся свидетелем, и второе, то, что если это плохая, что зачем она? Итак, новости ты не смотришь, художественную литературу ты не любишь? Не читаю. Я не читаю, я не люблю ее, серьезно говоря. Ты любишь танцевать? Я люблю читать, танцевать я тоже люблю. Что ты любишь, кофе или чай? Вы знаете, когда как? Кофе с молоком, чай зеленый, люблю разные напитки. Какие? Спиртные вы имеете в виду? Ну так и называется. А что? Я люблю виски. Виски. Да, но скотч. Но скотч. Хорошо, уважаемые телезрители, у нас в гостях Гуля Нежинская, актриса, режиссер, продюсер и молодая женщина, живущая в Москве, которая рассказывает нам о своей жизни и о своей мечте. А сейчас мы смотрим рекламу.
С вами Борис Тенцер, и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня, как всегда, понедельник, интересный гость. Гость новый, и гость, который мне показался, ну, в общем-то, не совсем привычным. Эта молодая женщина живет в Москве. Она только год прожила в Нью-Йорке, помнит об этом. Для нее это было событие, которое, в общем-то, 16 лет назад еще было, ее сопровождает. Мы эту молодую женщину, актрису, с вами видели уже на экранах. Она была одним из актеров, участвующих в фильме «Моя прекрасная няня». Но сегодня она думает о том, как строить свою жизнь дальше, а ее жизнь тянет в режиссуру. Я правильно говорю, Галя? Вы знаете, не то, что тянет, так сложилось. Вот, кстати, не знаю, почему сейчас вспомнили слова. Опять же, не помню, кто сказал из великих. Говорит, талант любого человека можно определить тремя вещами. Первое. Это то, за что тебе благодарны люди. И каждый из нас об этом знает. Второе. Это то, что у тебя легко получается. И это тоже очевидно для других. И третье – это то, что тебе сильно хочется делать, и ты не знаешь, почему. И, вы знаете, я очень часто вспоминаю в своей жизни вот эти три определения. Они не то, что постулаты, они определяют именно вот как талант. То, что тебе дано, это как в притче о том, кому сколько Бог, там Иисус дал когда вот талантов, да, и кто как с ними поступил. Один закопал в землю, другой использовал. То есть это надо использовать, чтобы ты процветал, в общем-то. Во всех смыслах. И для меня режиссура, это вот был тот момент, когда актерство для меня это то, что я вот, я не знаю почему, я хочу этим заниматься. То есть, да? Актерство или режиссура? А вот если вот разбирать по этому высказыванию, это третий пункт, да, это то, что я сильно хочу делать и не знаю почему. То есть для меня нету подоплеки или, как говорят, ну а почему ты хотела стать актрисой? Я говорю... У тебя есть ответ на этот вопрос? Нету. Вот в том-то и дело. А вообще, я не знаю, это вот самый такой странный вопрос. Ну, обычно люди почему хотят быть актерами? Вот как ты считаешь? Им хочется, чтобы их узнавали. Им хочется быть красная дорожка, это Юпитеры, на экранах, да? Так, что ли? Ну что, я никогда, я хотела быть в детстве вообще парашютисткой. Вот это была странная профессия, придуманная мной в детстве. Ну, мы все прошли через... Нет, я не могу, вот в том-то дело не могу объяснить, это вот желание, вот не хочу я. А может быть это ощущение и желание перевоплощаться, попробовать массу жизней, пройти через что-то много-много-много разного? Но это в том-то и дело, что это невозможно вот так проанализировать. А если я это проанализирую, да, это как любовь, да? Говорят они много, по-разному, и великие, и невеликие, и все равно до конца... Нельзя сказать, что есть определенное, ну, каждый для определение, себя формулирует, что такое, ну, да, любовь, что такое работа моя, актерство, почему это там... все равно будет часть, все равно это будет часть, так же, как и человек часть, да? А ты никогда не задавала своему отцу, юристу, который помогает, в общем-то, людям, адвокат — это, в общем-то, помощник, да? Так, что его привлекает, его, почему он считает, что его специальность... Я скажу, не то, что не задавала, я знаю. Я думаю, что я знаю. Это чувство справедливости. Оно у него... Я очень горжусь. Он всегда помогал, вот как бы ни было. И никогда, кстати, не афишировал. Он очень много помогает людям вообще. И я понимаю, что это здесь удивительно, а там это еще более... Ну, то есть, наоборот, там удивительно, а здесь еще более. Это тоже странно для меня, не знаю. То есть это удивительно везде было. И здесь его вспоминают как человека, который... Вот как никто открытый. Другой. Ну, он открыт к помощи. Для него это нечто естественное. Это вот как из той серии «Отдавай свой талант», да? То есть, если он может, он отдает. То есть, и он всегда меня учил одну вещь. Говорит, никогда не бери в долг. Если даешь, отдавай так, как будто ты эти деньги не ждешь. Вот так попрощайся отдай. Попрощайся с ними. Ну да, то есть отдай так, что как, ну, ты отдаешь и не ждешь их. Вот там даже. Что ты отдал... Ну, Вась, ты мне... Точно на следующей неделе? Точно на следующей неделе вернешь? Ну, он говорит, мне это очень на самом деле помогло, потому что когда взрослеешь уже, с каждым годом начинаешь видеть какие-то ситуации, потому что деньги действительно тот момент, который проверяет очень много чего. Даже люди не подозревают, как почасно на них это повлияет, так же, как и слава. Мы поговорим еще о деньгах и о Москве, но я бы хотел все-таки вернуться к режиссуре. Итак, режиссура.
Это то, что из этих трех пунктов, которые ты назвала, что такое для тебя режиссура? Это вот то, что мне легко дается, скажу так. Это вот то, что мне всегда говорили, ну, ты должна этим заниматься. То есть, когда училась в училище, я ставила отрывки, которые были на уровне педагогических. Отрывки — это отрывки спектаклей. У нас сдача была экзаменов таким построенным образом. А с детства я организовывала дома концерты. Это как режиссер, ты как дирижер и режиссер, это где-то рядом, когда ты организовываешь, когда ты ведешь, ты простраиваешь. То есть это было то, что дано, если говорить о режиссуре. А продюсерство — это то, за что, то, что просят люди делать для них. Ну, давай. И это тоже мне легко, в общем-то. Да, вот я хочу, чтобы вначале мы посмотрели маленькую такую заставку, название твоего фильма, да? Вот он называется «Близость нет». .net, да. .net, да. .net. По-английски, значит, перевели affinity.point not. Да. Но там это игра слов, если с русским языком это сравнить, да, что близости нет, но нет у нас еще и приставка к... Да, в русском языке часто обыгрывает вот эти вот нет, там, еще там какие-то, я помню. А вот я не знаю, получилось ли, кстати, я бы вас хотела спросить, Борис, а получилось ли вот, передался ли смысл или вот эта игра, когда назвали Affinity Point Not, ну что это и интернет, и близости нет? Честно говоря, я сразу не бег. Но вот сейчас, когда ты говоришь, смотри, тут есть такой момент. Мне кажется, с фильмом надо знакомиться, как бы спокойно сесть, спокойно смотреть. Угу. По крайней мере, я люблю. Мы с тобой все это вот готовили слегка, как бы это все в торопях. Я надеюсь, что вот этот фильм, вот он у меня в руках, вот диск, прекрасно. Прекрасный диск, прекрасно оформленный. Я надеюсь посмотреть, и тогда я могу тебе ответить. Я не хочу сейчас забегать. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что это за фильм? Это твой первый фильм? Это, да, это мой первый, это короткометражное кино. Это был такой некий эксперимент, который я провела, и достаточно, как мне сказали педагоги, удачно. Ты закончила режиссерские курсы? Да, я закончила у Владимира Валентиновича Меньшова, моего педагога. Высшие режиссерские курсы в Москве. Как? Вот. И сейчас вот я говорила, что не планирую, а готовлюсь снимать полный метр. А касаемо этого фильма, я не знаю, как это тоже момент, как продюсер, он всегда видит, что сейчас, как считываешь информацию, что сейчас актуально. Смотри, мы фильм... Это фильм 9 минут. Да. Мы его сейчас целиком не увидим. Да, да, мы да. посмотрим с тобой маленький фрагмент. Поэтому прежде чем посмотреть этот фрагмент, ну, я подумал, может быть, ты как-то предваришь, чтобы люди, может быть, как прочувствовали это. Я сейчас объясню. Чтобы не получилось, как со мной, в торопях. Да, да, да. Дело в том, что это некая такая зарисовка из жизни продвинутых интернет-пользователей. Она определенно решена там именно в визуально и вообще в режиссерский ход там есть определенный. Но смысл в том, что именно поскольку мы живем в этот мир интернета, где мы решаем, а тем более здесь, в Америке, это вообще, по-моему, как уже отточено, как достаточно рано начинают дети уже ВКонтакте быть с интернетом, то там моя цель была передать вот это... даже не то, что одиночество, мы перестали, у нас как-то по-другому, вот там это все передано как раз за счет того, что мы перестали быть, ну вот то, как раньше было, понимаете, как письма мы отправляли, да, как запечатываешь в ящик, и как долго ждали, как по-другому развивались отношения там между мужчиной и женщиной, между вообще друзьями, да, а сейчас очень просто, интересно, 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 а потом что-то не то написал, а да, все, закрыли переписку, удалили в черный список. Это вот некая культура сегодняшнего дня, 21 века, которая, в ней много плюсов, но также в ней много минусов, которые обделяют нас. Это некая зарисовка, которую вот, скорее всего, хотела передать вот это ощущение, когда благополучие, поэтому не буду рассказывать. Ты скажи, пожалуйста, ты сама ощущаешь вот отсутствие этой близости
Близости нет? Понимаете, близости в том числе... Человеческой, человеческой, вот этого вот, этого контакта человеческого, которого, в который вторгся интернет, который технологии как-то, каким-то образом разорвали эту цепочку близости. Я не могу сказать, что его нету. Он встал совершенно на другой путь развития. То есть, но вот ты человек близость... современный, нового поколения. Вот мы говорим о том, что ты даже попыталась вырваться из рамок своей традиционной как бы общины. Ну, я ребенок 76-го года, у меня не 32 года, поэтому мне, наверное, повезло. Ну, ты напрасно это сказала, потому что все думали, что тебе лет 18. Ну, ничего. И мне повезло, что я вот как раз-таки вступила в новое тысячелетие. Но я и старого тоже, то есть мне повезло в моей жизни. Ты сейчас помнишь старого. Поэтому я помню, как я писала письма, я помню... Мне есть с чем сравнивать. То есть... И тебя какое-то ностальгическое есть ощущение под тем добрым письменным временам? Дело не в письмах. Дело именно вот в том, о чем я говорю, что совершенно сейчас другой подход. Дело не в том, что близость есть или нету, а путь к ней совершенно другой. Понимаете? Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. То есть, может быть, это и хорошо в какой-то момент, что конкретно так, что-то мне не нравится, как он мыслит в одной фразе. А с другой стороны, тебе может не понравиться только часть, но нельзя же по части судить. То есть, это такая палка о двух концах. Такая медаль, каждая медаль имеет две стороны, правильно? А зрители наши уже заинтригованы. Мы смотрим маленький небольшой фрагмент из этого фильма. Пожалуйста, покажите нам. Интернет – это коммуникатор. Интернет – это наркотик. Это был не мой голос. Кстати, Борис, забыл сказать главную деталь, в чем был, кстати, эксперимент. У нас у актеров, я сейчас начну с преамбулы такой, говорилось так всегда. Хороший актер может и меню прочитать так, что будет интересно. А у нас, значит, когда я поступила на режиссерский факультет, все искали сценарий, что вот был сценарий хороший. Я думала, что ж такое, а сдавать уже надо учебную работу. Я просто взяла абсолютно документальную интернет-переписку моей подруги, не свою, и на нее сделала фильм, то есть он получился цельный. Вот в этом был такой экспириенс, что, как здесь говорят. Вот, то есть там решено все, и как с интернетом очень много связано, как монтаж, эмоции, ну, вот, в общем-то, я... То есть фильм снят без сценария, вот. Понятно. Скажи, пожалуйста, ну, во-первых, завораживает. Я смотрел и чувствовал настроение... передано. Я получил такое ощущение
близость, да. А нет такого разрушения? Близость, да. Но это в том-то и дело, что там все идет к тому, и потом... Близость, да. А нужна ли сцена, вот, прекрасное женское обнаженное тело? Да. Что ты в это вкладывала? Всегда, когда бывают такие сцены на экране, очень многие задают вопрос себе, а зачем это показывать? Да, 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 вы очень, кстати, хороший вопрос, скажу вам. Дело в том, что, это, я понимаю, идет речь об оправданности этой да. сцены. Ну, у меня в гостях создатель, его можно прямо в лоб спросить, а почему ты поставил эти кадры? Ты считаешь, что таким образом происходит особая откровенность? Вот знаете, Борис, здесь, понимаете, мы смотрели кусочек, и здесь можно говорить только в контексте всего фильма. И обычно, когда мы смотрим фильм, я думаю, ну вот зачем эту сцену туда вставили? Потому что мы смотрим, как в целом полотне, туда вписывается она, нужна ли, можно ли бы без нее обойтись? То есть мне сложно решить, поскольку я не видел весь фильм? Да, да, а так конечно. Бы я не задавал такого вопроса. А может быть и задали бы. Хотя не думаю, никто не задавал этот вопрос. Нет, да. До сегодняшнего дня. Когда этот фильм был сделан? Это было сделано вот зимой. Где-то могут наши зрители его увидеть? Я его привезла сюда отдать на фестивале. Я просто не знаю, как, поскольку я сейчас знакомлюсь и пытаюсь выяснить. Но на интернете его не будет? Он есть на интернете. А, есть, то есть там можно просто зайти и спросить. Там можно на Ютубе. На Ютубе есть и в лайв-журнале у меня ссылка есть, он есть у меня с моим близость.нет есть. То есть наши зрители да, могут напечатать можно, близость да, и есть. Получить на YouTube и посмотреть. Если бы вы мне еще, Борис, подсказали потом, где можно выложить ссылку на него, я бы здесь у вас выложила. Хорошо. Скажи, пожалуйста, я знаю, что сейчас ты уже практически мысленно в новом проекте. Да. Расскажи. Ну, все рассказывать я, естественно, не буду. Все не надо. Это какой-то был конкурс? Это было что-то такое? Я знаю, что это связано с Аргентиной, да? Ну, это сейчас расскажу. Дело да. в том, что у меня в 2006 году попал тот сценарий, который я, увидев, сказала, я буду делать это. То есть еще я не училась на режиссерском, я там не занималась продюсерством. Но это то, что меня двинуло к этому. Я увидела, сказала, это хит, это будет. И вот с 2006 года я уже успела отсудить. У меня актеры в России стоят в очереди. То есть, отсудить? Да, потому что мне пытались, как у нас и здесь, это наверняка бывает часто, украсть. То есть, но, кстати, это мистический триллер, в котором я хочу сделать вот такой некий, решить его на синтезе, знаете, как визуально это такая картинка коммерческого кино, и смысловая нагрузка — это интеллектуальное кино, то, что у нас как модное слово «фьюжн», потому что у нас обычно как делят коммерческое кино — и вот это другое кино, наверное, у вас тоже так, да? То есть и соединить это, для меня это тоже очередной эксперимент, который я в своей экспликации режиссерской доказываю, каким образом я это буду делать. Фильм про любовь, фильм духовный. Это большой? Сколько минут он предполагается? Полтора метра. Ну, полтора часа. Полтора часа. Художественный фильм, ты чувствуешь да. себе уже потенциал, силу для уже, такого фильма? Знаете, говорят, что... Да, я помимо того, что чувствую, мне педагоги мои дали добро. У меня продюсер Егор Кончаловский также выступает как художественный руководитель. Моя работа одобрил это Лунгин Павел Семенович и Меньшов Владимир Валентинович. То есть есть такой момент, когда ты дебютант, тебе нужны те, кто говорят за твоей спиной, говорят, окей, да. здесь мы... Говорим, что да. И я могу сказать, что для меня эта работа... я к чему говорю, что режиссер, прежде чем начать снимать фильм, говорит, что он уже в голове должен его снять. Поэтому у меня уже... Ты уже сняла? Уже сняла. Но вот здесь. Скажи, пожалуйста, этот фильм будет сниматься в Аргентине? Кто дал деньги на такой проект? Полтора часа молодому, пусть даже очень приятному режиссеру. Это, кстати, вы знаете, тот же момент, который я бы телезрителям это сказала. Казалось бы, кризис, деньги, какое кино? Какое кино? И тут у меня было несколько вариантов, даже я вам скажу, больше инвесторов.
это была Мальта. Они стояли в очереди? Да, так, на что Егор Кончаловский... А чем это объясняет? А вот это вопрос, к чему я хочу вернуться, да. Потому что вопрос кризиса — это внутри вас. Потому что, знаете, мне понравилось в китайском языке иероглиф «кризис», знаете, что означает? Он имеет две стороны: проблему и возможность. И здесь ты сам для себя выбираешь. Это возможность, потому что, как известно, это всегда было такое, что ты в кризис кто-то поднимается, а кто-то даун, ну просто фактически. И поскольку проверка на плавучесть, да? Да, да, да. Ну, может, то есть сразу показывает, как это называется, где ты находишься. То есть насколько прочен твой фундамент и на чем ты строишь. На песке ли или на камне? Да, на камне. Вот, поэтому я бы хотела сказать, что никогда... Не думайте о том, кризис, не кризис. Если вы занимаетесь своим делом, точно знаете, что вы хотите, никаких препятствий не нужно. Это как привязки, когда говорят, ну, нужны здесь связи. Ну, вот, знаете, я вот, приехав сюда, слышу то же самое. Если там говорят, ну, как ты без связи? Я без связи. Кто у меня папа? Я никогда, он мне не помогал, ни связями. То есть все, что я сделала сама. Вот это, кстати, я хотел спросить. Наверняка в Москве можно многие вопросы решить. Дружеские связи какие-то. Неужели отец ни разу не... Потому что он даже был момент, когда он сказал, он сделал специально, чтобы я там пытался мне каким-то образом мешать. Закрыть дорогу. Да. Даже был такой момент. Но если бы такого не было, может быть, я бы и другой сегодня была. Я ему очень благодарна, что он мне дал возможность почувствовать себя, свои силы. То есть все, что ты как бы добилась, да. Это проявление твоей работоспособности. Но никак не протеже там папы или дяди. Касаемо работы, карьеры, да. Да, да. Так вот, я возвращаюсь к тому, что здесь... То же самое, это люди себя останавливают этим. Ну как, у меня же язык не такой. То есть находится 150 причин, чтобы не следовать своей мечте. То есть тем самым ограничиваешь себя. Но если ты действительно хочешь, слушай, ну иди. Что ты 150 раз скажут, что нужно так, нужно иметь связи. Это и здесь так, и там так. Вот поэтому думать об этом. У тебя есть возможность как бы видеть и сравнивать. Да. В общем-то, ты... И встречаешься и в Москве, встречаешься с людьми из своего, ты сама сказала, родственники, которые чуть ли не друзья, твоей комьюнити, твоей замкнутой среды. И здесь тоже ты приехала, и опять тебя окружают очень многие из тех людей, которые тебе знакомы по духу, да? Ну, и по духу, и это люди, с которыми я общалась, когда жила здесь, конечно. Да, то есть таким образом ты можешь видеть, есть ли разница между теми же горскими евреями, живущими в Москве и в Нью-Йорке. Есть разница? Есть. Они все-таки здесь более цивилизованные. Ну, так скажем. Ну, давайте так не обижаться на это слово, потому что, когда мы говорим слово «консервативный», это все-таки мы говорим о том, что о неком уровне, да, потому что мое мнение о том, что все равно нужно быть гибким, и от этого ты не теряешь ни традиции. То есть традиции не внешних каких-то ритуалов, скажем, а то, что ты передаешь в семье, как ты это преподносишь, это, ну, понимаете, вот это вот, если, ну, как о ритуале говорят, ну что, поставили свечи, и что? А внутри все равно ничего не... Ну, например, да, какую-то паузу выдержали, молитву прочитали, но это не то, это, от этого не станет ближе ни семья, ни дети, ни атмосфера, понимаете? Я говорю о том, что это никуда не уходит, вот как здесь. Это все есть, но люди живут сегодняшним днем, сегодня в 21 веке. Точно в 21? Ты уверена? А есть какие-то... Итак, ты получила грант с Аргентины? Да. То есть это был момент такой, когда все не верили вокруг. Я говорю, вы понимаете, есть вот такая возможность, поскольку сейчас Россия заключила, ну, завязались определенные отношения с Аргентиной, отменили, вы знаете, у нас визовый режим. И ты сразу рынулась. Вы знаете, это так получилось. Вы говорите, знаете, как... На ловца и зверь бежит, да? И зверь тоже, все бегут. И мне нужно было вот определенное финансирование. Ну, их, я говорю, было много, но это был самый такой лакомый кусочек, который... Все говорят, да ну слушай, ну подумай, ну кто тебе сейчас в кризис даст невозвратные деньги? О чем ты? Я говорю, хорошо, окей. Я не ставлю на эту ставку, но просто мы это делаем, готовим документы, мы от этого ничего не теряем и параллельно другие варианты рассматриваем. То есть это правильный ход, на самом деле, был. В общем, сейчас идет период заключения, подготовки документов и так далее, потому что это достаточно сложно. Копродукция, она всегда сложна, когда совместно две страны. Но если мы это сделаем, то у нас каждый год открыт доступ к финансам Аргентины и Бразилии. Серьезно. Смотри, очень приятно, что...
такие молодые люди могут себя так хорошо заявлять и, в общем-то, себя воплощать. То, что ты мечтаешь, оно сбывается. И мне только остается пригласить тебя лет так через 5, через 10 и сказать, как идут дела. Но да. В любом случае, мне очень приятно, что вот сегодня ты гость нашей передачи. Мне приятно, что эту неделю, вот понедельник, мы начинаем с такого энергичного человека, который знает, чего... Ты знаешь, что ты хочешь в жизни? Абсолютно. Точно. Так и держись. Я желаю тебе удачи. Желаю, чтобы все у тебя было, как ты хочешь. И чтобы первый, кто тебе скажет «потрясающе», это был твой отец. Спасибо. Всего хорошего, тебе удачи. И вам, уважаемые телезрители, как всегда, я хочу тоже поблагодарить за то, что вы этот час провели с программой «Контакт по понедельникам». И гостью у нас сегодня была Гуля Нежинская, актриса, режиссер и продюсер. Всего вам хорошего и до новых встреч. С вами был Борис Танцер. Як безліч інших замків, має свої таємниці. У середині 17 століття польські війська, очолювані графом Любомирським, хотіли підкорити замок. Один із військових начальників, аби дізнатися, як це можна зробити, перевдягнувся купцем і заїхав в укріплення. Дочка графа покохала його і розповіла, що здобути замок можна через підземний хід. Граф дізнався про зраду і, знищивши ворога, наказав доньку живою замурувати в стіни замку. Кажуть, від того часу дівчина у білій сукні ночами плачучи блукає коридорами замку. Чекає визволення. Під час визвольної війни угорського народу замок був захоплений повстанцями і став однією з баз антиавстрійського руху. Після восьмилітньої боротьби навесні 1711 року повстання було придушене і твердиня здалася австрійським військам імператора Йосифа І. Фортеця була перетворена на церковну гімназію. 1728 року замок повністю спустошила пожежа, і майже 10 років він був занедбаний. Третій поверх так і лишився невідбудованим. Залишки його стін можна побачити під дахом замку. Фортеця втратила своє стратегічне значення в кінці 18 століття, коли імператриця Марія Терезія на прохання єпископа Андрія Бачинського передала цю споруду Мукачівському греко-католицькому єпископству, яке перетворило його на духовну семінарію, що проіснувала тут до 1944 року. З 1946 року і дотепер у замку знаходиться Закарпатський краєзнавчий музей. Чеський письменник Іван Ольбрахт, приїхавши на Закарпаття в 30-х роках минулого століття, писав: «У кожного народу є свій духовний орієнтир, який стверджує його головні засади – волелюбність, твердість або ж здатність вибиратись з чергової халепи. Таким є Ужгородський замок – один з найстаріших свідків землі за Карпатами». Світ у подробицях, події, що змінюють наше життя. Що привіз і з чим поїде МВФ? Я благаю, не сідайте в літак, доки у нас на руках не буде урядом представлено, як те зобов'язує закон, порядок рекапіталізації. Коли дадуть гроші, потрібні на позавчора? Смачної паски і ковбаски. М'ясовиробники жартують, найдорожчий складник у вареній ковбасі це вода. Подробиці тижня з'ясовували, чому в деяких м'ясопродуктах від м'яса залишилась лише назва. Слідами Ісуса. Господа прив'язали до цього дерева, і це дерево після
оно поля ожило і дають плоди, і оно чудотворне. Дива святої землі, які досі дарують людям нове життя. Головна програма країни. Неділя, 20.00. Подробиці тижня. Я Гійом Наржоле, дипломат. Для моєї родини життя за кордоном – то свідомий вибір. Я приїхав сюди 8 місяців тому з дружиною і двома маленькими дітьми – хлопчиком і дівчинкою. Тоді моя жінка була знову вагітна, тож моя дочка Єва народилася вже в Україні. Перше враження від Києва було дуже позитивне. Місто красиве і в ньому багато чудових вулиць. Здивувало, що в центрі живуть не тільки багатії, а й прості люди. У центрі Парижа мешкають лише ті, хто може собі це дозволити. Думаю, незабаром Київ стане схожим на більшість світових столиць. Там люди, що заробляють небагато, живуть у передмісті. Ваша країна перебуває в постійному русі. Вона зростає. У нас на Заході повсякденне життя, звісно, жвавіше. Та на державному рівні ми дуже повільні. Франція – дуже стара країна. Ми маємо добре налагоджену систему соціального страхування. Люди, що пропрацювали все життя, можуть розраховувати на пристойну пенсію. Приміром, на 1500 євро, якщо платня була близько 2. Тож старих годують ті, хто працює. В Україні ж рівень пенсії значно нижчий, а ціни дуже високі. Прості пенсіонери отримують 400 гривень, а на такі гроші не купиш навіть удосталь м'яса. На мою думку, все це через проблеми розподілу бюджету. Наприклад, якось занедужав мій син Люка, і мені довелося мати справу з тутешньою медициною. То був страшний досвід. Ми викликали швидку. Лікарі близько 5 годин шукали місце, бодай, у якійсь лікарні. В одній бракувало ліжок, в іншій узагалі не відповідав телефон. Коли зрештою доїхали до шпиталю, я побачив в одній палаті по 6-7 дітей. У вашій медицині є компетентні фахівці, та катастрофічно не вистачає фінансування і обладнання. Попри те, ви дуже милі люди з іноді дивними звичками. У вас кумедна традиція. На весіллі люди збираються біля пам'ятників, юрбляться і фотографуються. І перед пам'ятником, і за, і на ньому. Це дуже цікаво. У нас таке навіть важко уявити. Французи просто розписуються або вінчаються в церкві. А потім урочистий прийом. І ніхто не їде фотографуватися до Тріумфальної арки. У вас можна зустріти дивних жінок. Вони ходять на високих підборах і в гарному вбранні, але п'ють пиво з пляшок просто на вулицях міста. Для мене це був культурний шок. Узагалі в Україні дуже різняться ролі чоловіків і жінок. Вона має показати себе, принадно одягається, а він мужній, іде під руку з нею і намагається демонструвати іншим, яка поруч нього красуня. Можливо, це хизування. У Франції люди індивідуальніші. Кожен вітається, як йому заманеться, не обов'язково рукостисканням. А тут то єдиний формальний спосіб, і мені це подобається. Можна завжди діяти за правилами і не помилися. Хоча у вас недобре ручкатися через поріг. Це незвично для мене. У Франції під час зустрічі чоловіки теж тиснуть один одному руки.